этот праздник я хочу поздравить свою маму, бабушку и наших учителей. Ведь учителя – это наши вторые мамы. Счастья, успехов и благополучия. Мама – это тот человек, который переживает за нас ночами, болеет за нас всей душой и сердцем. Поэтому хочется пожелать крепкого здоровья, побольше улыбаться, ведь ваша улыбка способна поднять нас и помочь нам в жизни. День матери – это самый светлый праздник на Земле. И в этот день мы должны поздравить своих мам и бабушек. Ведь мать – это проводник между Богом и людьми. Именно благодаря ней мы появились на свет. И в этот день я хочу пожелать своей матери успехов, счастья, благополучия. И самое главное, чтобы она почаще улыбалась. Ведь мамина улыбка – самое лучшее лекарство на Земле. Хочу тебя поздравить, мама. Всегда ты будешь самой-самой. Тебя люблю и уважаю. И лишь одно я только знаю, что только мама не предаст и руку помощи подаст. Тебе здоровья я желаю и с днем прекрасным поздравляю.